Вот, ну, сейчас я, сегодня у нас 13-е, я нахожусь на Новосущевской улице, вот он, здесь Роснефть, какие-то дома, вот, ну, в принципе, ничего интересного. Вот, Новосущевская, она называется, есть Старосущевская, как бы, ее закатали, как бы, в этот, в асфальт, когда неглинку закапывали, вот. Вот, она идет, она очень длинная, туда вот проходит, то есть, вот. Вот, ну здесь, в принципе, обычные дома уже идут, ничего такого забавного нет. Тут где-то есть представительство Республики Мордовия, это точно знаю. Что-то, ну, читал, вот здесь заводские какие-то корпуса, то есть, ну, может быть, завод, железнодорожный, здесь где-то что-то есть. Такого плана здесь вот просто, а вот бассейн. Что за бассейн, ну, не важно. Вот здесь вот пересекается Новосущевская улица с Минаевским переулком. Вот он туда идет, он такой небольшой. Вот здесь, в принципе, ну, назван в честь одного из домовладельцев. А, нет, здесь в честь землевладельцев, по-моему. Землевладельцев вот этого Минаевского. Минаевский как-то вот так был. Ну, здесь обычные вот трубы, дома. Все, в принципе, наверное, так.